Сегодня прошла уже городская конференция, уже заканчивается областная конференция блока Петра Порошенко «Солидарность». Можно констатировать, что переговоры шли действительно долго по формированию списка, но это абсолютно нормально, поскольку этот список объединяет партию блок Петра Порошенко «Солидарность», представителей партии «Удар». Он представляет часть представителей Народного фронта, которые решили идти по нашим спискам, в первую очередь Александра Остапенко. И самое главное, представители команды Михаила Саакашвили. Сегодня первым номером в кандидаты Одесского городского совета выдвинут и кандидатом в мэра выдвинут Александр Боровик. Целый ряд представителей команды Михаила Саакашвили, их более 20 человек, идут по округам в Одесский городской и Одесский областной советы. Я думаю, что именно объединение всех сил, объединение всех здоровых сил, объединение усилий позволит нашей партии одержать уверенную победу на выборах, которые предстоят 25 октября. Все люди разные, более того, тут в недавнем прошлом мы даже с кем-то из, кто находится в нашем списке, были оппонентами, это тоже не является секретом. Самое главное было то, что люди способные работать вместе, способные работать в единой команде, способные договариваться, принимать совместные решения.